Не побоюсь это сказать, но Тайка Вайтити сумел снять лучший фильм из всей киновселенной Марвел. У Рагнарёка есть все: сумасшедший драйв, интересная история, безумный юмор, колоритные персонажи, ослепительные спецэффекты, и все это сдобрено прекрасным саундтреком. Но стоит поподробнее остановиться на юморе. Рагнарёк просто пропитан шутками и гэгами, причем они намного проработаннее, чем даже в Стражах Галактики. Это впечатляет больше всего. Конечно, то, что Тайка Вайтити умеет шутить, все поняли еще после реальных уперей. Но чтобы настолько... Как же этот юмор скрасил вечный пафос Тора, придал ему новое сияние. Рагнарёк Вайтити больше похож на длинную серию Симпсонов из первых сезонов, где юмор был многоуровневым и мог как просто веселить, так и смешить до колик. За это, кстати, многие фанаты и раскритиковали Тора. Но камон, это ведь комиксы, сугубо развлекательный жанр, и для пафоса всегда есть Капитан Америка. Конечно, пафос есть и в Рагнарёке, но тут он выглядит более чем уместно. Вайтити удалось создать идеальный баланс, где перемешиваются шутки и гэги с героистикой и пафосом. Рагнарёк сумел вывести киновселенную Марвел на новый уровень. И приятно, что данная вселенная развивается и не боится экспериментировать, ведь Тор Рагнарёк получился очень нетипичным марвеловским фильмом. 86 баллов из 100.